было нелегко. Сообщившая о рождении малыша Волочкова показала изуродованные конечности. Анастасия Волочкова напугала поклонников. Скандально известная балерина выложила видео, на котором без прикрас продемонстрировала изменившиеся от многочасового труда ноги. Внимание на экран. Дорогие мои, вы понимаете, чудеса случаются. Волочка как уехала инкогнито, так и приехала. И знаете, это третий раз подряд. Вот это любовь. Спасибо. Балерина, несмотря на наличие возлюбленного и вероятность новой свадьбы, рожать не собирается. В интервью Анастасия Волочкова не раз говорила, что выполнила свой материнский долг, родив и воспитав дочери одну, и теперь посвятила себя балету. Сейчас, впрочем, балерина не исполняет классические партии, а самостоятельно ставит спектакли с современной хореографией. Причем Волочкова даже не боится смешивать различные жанры. Так, она гастролирует по городам и весим с постановкой балерины в зазеркалье цирка, где задействован не только балет, но и цирковое искусство. Артистка парит на высоте в клетке, демонстрируя великолепную растяжку. Танцовщица не скрывает, что работа над спектаклем дается непросто. Она репетирует по много часов практически каждый день. В итоге Анастасия Волочкова так похудела, что это стало заметно как ее поклонникам, так и недругам. Балерина призналась, что обязана своей формой не только нагрузкам, но и тому, что очень мало ест. В ее рационе только зелень, суп том-ям, перепелиные яйца и напиток, настоянный на имбире. Публикация фотографий из Инстаграм. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Циничная ловушка. Украинцы запаниковали от плана Путина по Донбассу. Изменившаяся Пугачева успела дать интервью перед изгнанием. Критическая ситуация. Актриса с четвертой стадии рака боится за мужа. Виноват Лукашенко. Названа причина судьбоносного решения Путина. И многое другое.